Эту картину Федор Матвеев написал в 1810-е годы. На картине художник изобразил водопад среди деревьев и человека в небольшой лодке. Он написал пейзаж в соответствии с правилами классицизма. Композиция тут симметрична и уравновешена. В картине нет лишних подробностей, она отражает идеальный образ природы. Федора Матвеева еще в шестилетнем возрасте отдали в воспитательное училище при Петербургской академии художеств. В 18 лет он поступил в класс ландшафтной живописи. Видописцы того времени не учились писать с натуры, а копировали пейзажи европейских мастеров из собрания Академии и Эрмитажа. Матвееву хорошо давалась учеба. Он закончил курс с большой золотой медалью. После Академии он отправился в Италию совершенствовать свою технику. В Риме Федор Матвеев стал приверженцем классицизма. По правилам этого стиля живописцы должны были отражать в пейзажах не конкретную местность, а ее возвышенный идеализированный образ. Фигуры людей часто не играли принципиальной роли. Их расставляли в картине, чтобы оживить общий вид. Обычно художники делили композицию на три плана – передний, средний и дальний. Также мастера классицизма часто использовали прием кулис. Они обрамляли общий вид в естественную раму вроде ветвей или скалы. В этой картине кулисами служат деревья по бокам. Водопады стали одним из любимых мотивов мастера. После того, как император Александр I назначил Матвееву пожизненное содержание, художник отправил ему в подарок 6 картин с водопадами и озерами. Современники говорили, что вода особенно хорошо удавалась художнику. Матвеев до старости ездил рисовать водопады с натуры в окрестности городка Тиволи. Матвеев следовал строгим правилам, но его пейзажи не выглядели сухими и схематичными. Коллекционер Павел Свинин говорил о нем. Матвеев более 30 лет находится в Риме и всем царстве художников почитается одним из лучших пейзажистов. Произведения его отличаются синеватым тоном, который вместо того, чтобы распространять холодность, покрывает какую-то приятную завесою, особливо отдаленные предметы.